Четверо неизвестных во вторник ограбили здание отделения Сбербанка Абхазии в Гагре на общую сумму более 15 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД Абхазии. Четверо вооруженных в масках с автоматическим оружием неустановленного образца, совершили разбойное нападение на гагарское отделение Сбербанка Абхазии, после чего скрылись с места преступления на иномарке, которая впоследствии была найдена сожженной, говорится в сообщении ведомства. По предварительным данным, преступникам удалось похитить денежные средства в размере 1,43,80,287 рублей, 10,015 евро, а также 4,632 долларов. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и добивавшихся независимости от нее еще до распада СССР. Это произошло после вооруженной агрессии Тбилиси против Тхинвала в начале месяца. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.